показать, что мы неравнодушны к развитию спорта в нашей стране, что мы привлекаем молодое поколение, сегодня мы видим очень большое количество детей, которым тоже очень интересно заниматься паралимпийскими видами спорта. Ну и цель наша, всему нашему обществу показать, что есть люди с теми или иными ограничениями здоровья, которые очень хотят заниматься спортом, и им это жизненно необходимо.